видео я расскажу о зимнем шатре производства фирмы ВЕК под названием ВЕК ТИКСИ 12 2021 года выпуска. Из основного шатер двухслойный, состоит из внутренней палатки и внешнего тента. По форме четырехгранный, весит 7 кг 800 грамм, по размеру 4 на 4 метра. Заявленная вместимость от 12 до 14 человек. Стоимость на момент покупки была 28 тысяч рублей. Отдельным чеком шла складная печка, которой я не сильно доволен, ибо ее искрогаситель не справляется со своей задачей в полной мере, и на тенте с каждой ночевкой прибавляются все новые дырочки. Я это кто? Для установки шатра в зимнее время года нужна ровная площадка, желательно с небольшим запасом от размера шатра. Если вы идете в поход на лыжах, вам будет достаточно просто утрамбовать снег на нужной площади, используя лишь собственный вес и ширину лыж. Пешком же заниматься трамбовкой не так удобно, но в целом тоже имеет место быть. Но если у вас много времени в запасе, вы можете просто все раскопать. Я же при раскопках немного переборщил с размахом, да так, что еще расчистил дорожку к подножью горы Недоступная, на которую мы позже взобрались с туристами. После того, как площадка готова, можно приступить к сбору шатра. Для начала нужно раздобыть 8 боковых стоек. В моем случае это обрезки с ветровала. Но подойдут и любые трекинговые, либо лыжные палки. Стойки фиксируются снизу и сверху петлями. Высота регулируется отдельной стропой с карманом-уловителем на конце. Оттяжки можно привязать к деревьям, либо вбить колышки, отжав при этом полностью пряжки финишной оттяжки. Сначала нужно все выставить с углов, а затем посередине стенок. Далее устанавливаем центральную стойку. Ее высота по логике должна составлять 2 метра, но у меня она всегда выходила на 10 сантиметров меньше. И ничего. Внутри шатра вместе уплотнения под стойку также присутствует система натяжения. После ее подгонки под высоту шатра можно также дожать натяг в тех местах, где необходимо уже на улице. При наличии достаточного количества рук, процесс сборки шатра занимает не более получаса. Опыт использования шатра у меня пока совсем небольшой. Это всего 6 ночей при температуре от 0 до минус 14 градусов в разных погодных условиях. Когда сверху обильно сыпался снег, он таял на верхнем тенте, не просачиваясь в виде воды внутрь. При наличии идеальных дров для печки внутрь шатра получается сохранить комфортную температуру. На мой взгляд, наиболее допустимое число спальных мест, если ночевать в шатре с печкой, это 10 человек. Для данного шатра такая конфигурация, на мой взгляд, является оптимальной, так как можно разместить внутри все рюкзаки и без проблем развесить вещи на просушку. У шатра из моей партии есть пара косяков. Это складка вместе молнии для люка и отсутствие натяжения вместе печной разделки, из-за чего оба слоя шатра прилегали к трубе. Поэтому мне пришлось пойти на радикальные меры и сделать уродливый вырез под трубу. Ну а со складкой на дне я попросту смирился. Покупать ли данный шатер для походов — исключительно ваш выбор. Лично я им вполне доволен и считаю, что в его ценовом сегменте предложение лучше попросту не найти. Ходите в походы и не забывайте, что пока яма хранит покой, мох всему голова.